Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В среду в Самарской области будет пасмурно, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха в дневное время минус 7, минус 11 градусов, ночью минус 1, минус 3. Ветер южного направления усилится 7-9 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, осадки в виде снега, днем 7 градусов с минусом, ночью 1 ниже 0. Ветер южный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, снег в течение дня, днем минус 9 градусов, ночью минус 1, южный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, сильный снег, днем минус 10 градусов, ночью теплее, минус 2, ветер южного направления 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.